Привет, представься. Здравствуйте. Галинин Александр, Испанил. Как игра, как настроение? Хорошо, выиграли 3 очка. А что можете о сопернике сказать? Ваш соперник. Мы посильнее оказались. А кого бы выделили из своей команды? Замена вышла, сделала группу. Молодцы ребята. А как так получилось? Прямо под конец игры, по-моему, 3 или 4 гола подряд. Потому что у нас хорошие ребята, длинная скамейка. Мы можем положиться на игроков запаса. Как все действия? Отвратительно, как всегда. Спасибо.